Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк-Романовской. Разлад в паре Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской не обсуждал только ленивый. Казалось бы, все уже сказано, однако в скандале наметился новый поворот. Рассорившихся знаменитостей видели на вручении премии «Лидеры мнения 2019». Утверждать, что они прибыли туда вместе, нельзя. Однако жюри сделало свои выводы и присудило бывшим возлюбленным награду в номинации «Пара года». Об этом рассказал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Он добавил, что список приглашенных на церемонию был более чем достойным. Во время исполнения песни на сцене Прохором Шаляпиным Виталина спросила: «А когда же премию получу я?» На это я ответил, что скорее всего в финале. И раз уж Киркорова нет, то придется, видимо, мероприятие закрывать мне. Так и получилось. В юмористическом ключе, ответил специалист. Стоит отметить, что Манукян стал постоянным экспертом в интернет. Один из ведущих спикеров удостоился премии в номинации «Лидер 21 века. Блогер года». Он с иронией комментирует скандальные ситуации, подмечая интересные детали. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!